Здравия желаю. Что-то утром не понял, я показывал на лампочке. Вот этот движок уже колес на колесе. Этот движок вечный, но с перекурами работает. То есть он 30 где-то, 50 где-то секунд крутится. Вот стал. 30 он крутится. От сети 30 еще по инерции. Так. А 30 секунд он перекуривает. То есть минуту крутится, 30 секунд стоит. Вот такая система. Это вот то, что я смог сделать, это без запчастей, видите. Какой смысл в нем? А смысл простой, что это не потребляет ток. То есть ток он возьмет за 30 секунд немного, а потом он минуту, значит, у него питание не поступает на колесо, на мотор. Мотор крутит колесо, мотор на 400 ватт крутит колесо. Питание не поступает на колесо. Вот. Он еще покрутится по инерции половину времени, 30 секунд. 30 секунд стоит, то есть минуту не поступает энергия. А это самое... За это время энергию, которую мы взяли с сети, мы ее вернули назад. Вот в чем суть. То есть энергия возвращается. Каким образом возвращается? Ну, это я показывал уже не раз, как-нибудь об этом ролик. Сейчас это я просто показываю на самом деле. Ну это я показал вот колесо. Вот сейчас, видите, стоит 30 секунд. Вот сейчас пошло. Отсчитывайте. Отсчитывайте, сколько оно идет. Секунд. Считайте, сколько оно крутится. Видно же, да? Видно. На ролике. Вот оно крутится, получая из сети ток. Вот ток прекращенной сети, оно еще крутится на инерции. Тоже считайте, сколько секунд. Вот оно взяло, видите, ток. Немного. Вот оно еще крутится по инерции. А ток в это время возвращается назад. Видите? Это я утром показывал на лампочке, никто не понял ничего. Ну там и звук рептилоиды поломали. Ну там никто вообще ничего не понял. Вот мы вернули, видите, вернули ток. То, что взяли на 30 секунд. 30 секунд мы брали, а минуту мы возвращали назад. Вот и вся система. Что тут понять? И вот такие вопросы задают глупые. Применяется реле, какая схема? Обычное реле времени. Вот опять, видите, пошел. Вот пошел ток. Потихоньку, видите, видно, что идет. То есть отклонилась, вот риска. Вот риска отклонилась от риски, видно. Отклонилась от риски, да, видите? Всем видно. 30 секунд он берет ток. Вот взял. А сейчас минуту возвращать назад. То есть получается он 30 секунд работает, крутится, беря ток. 30 секунд крутится по инерции. И 30,
и потом я минуту возвращает назад. То есть в общей сложности работает 60 секунд. Так, 50-60 секунд. А стоит минуту. Почти одно и то же время. То есть чуть больше стоит, чуть меньше работает. То есть один к одному. Вот он, видите, встал опять. Что непонятно-то? Энергия возвращается. Я им говорил, что энергия – это пружина. Она возвращается назад. Неужели непонятно? Это просто все. Вот пошла опять. Колесо крутится. Колесо крутится, вот пошел. Счетчик пошел потихоньку, видите, пошел. Пошел. Видно, что пошел. Отклонение, вот от риски, отклонение. Видно. На сантиметр, на полтора где-то. Все, вот сейчас выключил, пошел назад. Смотрите, что он пошел назад. То есть энергия реактивная возвращается назад, откуда пришла. Пружина сжимается, она разжалась, пружина энергии, а сейчас сжимается потихоньку. Сжимается назад. Ну как пружинку вы растянули, а потом она назад. То же самое здесь, пружина. Система пружина. Вот она, встала. То есть это доказывает, что я не врал, что ток это пружина. Ну на этом все. По-моему, сейчас уже все поняли все.